Табык. Этот священный инструмент у народа Саха существовал еще в глубокой древности. Он служил в ритуально-обрядовых действиях, а также в быту. Звуками табыка наши предки общались с духами природы, открывали эсэх рода, встречали особых гостей, исцелялись, защищались от скверны. Также табык служил сигнальным инструментом, вводя в своеобразный транс, поднимал дух воинов. В материалах этнографов описывается 18 разновидностей табыков, но до сих пор метод изготовления и использования этого инструмента до конца не изучен и таит в себе много секретов.